Приветствую, зрители! Сейчас мы покажем, как поклеить защитное стекло на Samsung Galaxy A10. Перед поклейкой готовим содержимое к работе. Извлекаем защитное стекло из упаковки, вместе с ним в комплекте две салфетки. Салфетки нам не нужны, вместо них мы используем профессиональные микрофибровые салфетки. Покрываем салфетку жидкостью для удаления загрязнителей и принимаемся за очистку поверхности Samsung A10. Мастера экран-сервиса с профессиональной легкостью клеят защитное стекло, ведь мы умеем гораздо больше. Переворачиваем салфетку на другую сторону, снова покрывая жидкостью. Она удалит жир, пыль, грязь и следы пальцев. Наши сервисные центры расположены далеко от Шулявской, Левобережной, Липецкой станции метро. Приходите! Добиваемся наилучшего результата чистоты экрана Samsung A10 путем протирания салфеткой только в одну сторону. Так мы избегаем разводов, что способствует скорейшей и лучшей очистке. Затем отклеиваем стикер от защитного стекла и прикладываем стекло к телефону, центрируя его. Важно, чтобы стекло располагалось ровно по центру, так как иначе оно может не полностью приклеиться. Если все сделано верно, защитное стекло само равномерно приклеится, а весь воздух выйдет. Вот мы и показали, как поклеить защитное стекло на Samsung Galaxy A10. Спасибо за просмотр!